Почему Лазарев скрывал сына? И кто родил ему наследника? Бывают же на свете мужчины, которые умеют хранить секреты и держать язык за зубами. Сергей Лазарев, находясь под пристальным вниманием, умудрился скрыть, что у него подрастает сын. Теперь поклонники певца гадают, откуда же взялся мальчик и кто его мама. Рассекретили Сережу папарацци, да и то случайно. Охотились за певцом перед Новым годом, надеясь поймать с кем-нибудь в обнимку. А засняли с неуклюжим малышом в пухлой куртке. Вместе с ним и своей мамой Лазарев выходил из церкви после службы. Это же его ребенок. Сразу решили все и не ошиблись. Чуть позже, под шквалом посыпавшихся на него вопросов, Сергей вынужден был признаться. «Я действительно счастлив. Вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына. Но жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой, вызывает массу разговоров, слухов, обсуждений, часто негативных эмоций. И даже для взрослых и опытных людей такое повышенное внимание – сложное испытание. Не говоря уж о маленьком ребенке. Именно поэтому мною было принято решение сохранить это чудесное и радостное событие исключительно в кругу семьи».